Полицейские задержали 52-летнего четинца. При обыске у него изъяли свыше 30 тонн контрафактного алкоголя. Его мужчина расфасовывал в бутылке объемом 0,5 литра. На каждой емкости были приклеены этикетки торговых марок различных производителей водки, коньяка, виски и поддельные федеральные специальные марки. Установлено, что подозреваемый поставлял данную продукцию в магазины Читы и реализовывал предпринимателям из районов края. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории города Читы была установлена незаконная деятельность лица, осуществлявшего незаконную реализацию алкогольной продукции, а также спиртосодержащей жидкости. В ходе проведения мероприятий были установлены места сбыта, а также хранения алкогольной продукции. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело. В ходе обысков по данным адресам были изъяты предметы ценности, имеющие значение для уголовного дела, а именно порядка 30 тонн алкогольной продукции, а также 650 литров спиртосодержащей жидкости. А в настоящее время следственные действия продолжаются. В отношении владельца незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Полина Харченко при содействии пресс-службы МВД России по Забайкальскому краю.